Всем привет! Упражнения для растяжки спины важны и физически, и психологически. Ведь, снимая нагрузку с мышц, мы, наконец, расслабляемся и убираем зажимы. Итак, ложимся на бок. Одну ногу сгибаем, обхватываем бедро рукой, вторую руку вытягиваем перед собой. И теперь уводим одну руку назад через голову, раскрывая корпус. Стараемся положить лопатки на пол, голова тоже идет следом. Плавно возвращаемся и продолжаем работать. Теперь лежим на животе, ноги на ширине плеч, руки в стороны. Одну ногу сгибаем и вводим ее по диагонали назад. Следом разворачиваем таз и корпус. Задержались на несколько секунд. Руки по-прежнему на полу. Хорошо скручиваемся в пояснице. Плавно, не спеша возвращаемся. И то же самое в другую сторону. Для последнего упражнения остановимся на четвереньки. Ладони под плечами и будем делать кошечку. Сначала округляем спину, подкручиваем таз под себя и опускаем подбородок. А теперь хорошо прогибаемся в спине и тянем голову вверх. Опустили таз на пятки, расслабились несколько секунд, потянули спину. И повторяем. Берегите здоровье позвоночника, следите за тем, как вы сидите, и всегда ходите, расправив плечи. Пускай спорт станет вашей хорошей привычкой.